Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Актриса Елена Шилова. Она одна воспитывает дочь и мечтает о женском счастье. Талантливой красавице-актрисе российского кино Елене Шиловой только 33 года, а она уже снялась во многих фильмах и картинах. И почти во всех ей посчастливилось сыграть главную роль. Так за что же ее так любят режиссеры и зрители? И как сложилась ее судьба? Смотрите в этом ролике. Елена Шилова родом из Пермского края. С самого детства она знала, что станет актрисой. Именно поэтому, кроме основной школы, она посещала театральный и вокальный кружок. В семье у Елены никто не имел отношения к миру кино или к миру театра. Поэтому, когда она решила поступить в театральный, ее родные были категорически против. Но Елена была упрямая и сделала по-своему. С первой попытки она поступила в театральный вуз. Сразу же после получения диплома начинающую актрису пригласили на главную роль в сериал «Пончик Люся». Этот сериал стал очень популярным. После ей сразу предложили сняться в двух других картинах «Медовая любовь» и «Анечка», где ей опять достались главные роли. Такой успех мог повлечь за собой звездную болезнь. Но Елена отличается отсутствием излишней горделивостью, и у нее очень мягкий характер. Она всегда вежлива со своими коллегами и поклонниками. С ней легко и приятно работать. А ее красивая внешность, светлые волосы и голубые глаза – самый подходящий образ для главной героинь с непростой, трудной судьбой. Поэтому ей очень часто достаются главные роли. О своей личной жизни она не любит рассказывать, однако на вопрос журналистов о муже она скромно отвечает, что пока еще не встретила свою настоящую любовь. Известно, что Елена одна воспитывает дочь Екатерину. Имя отца девочки неизвестно. Судя по фотографиям в соцсетях, которые выкладывает Елена Шилова, видно, что она очень любит путешествовать со своей дочерью, но практически никогда не показывает ее лица. На сегодняшний день у Елены Шиловой большие планы на будущее и в профессии, и в личной жизни, и она очень мечтает найти и обрести свое женское счастье. Хочется ей пожелать, пусть все так и сбудется, как она мечтает. Еще больше ей главных проектов и, конечно же, главных ролей. Пусть радует поклонников интересными работами. Всем большое спасибо за внимание. Пишите свое мнение в комментариях по поводу этой актрисы и какие фильмы с ее участием больше всего вам понравились. Всего вам самого доброго, всего самого наилучшего. До новых встреч и всем пока-пока!